едешь сам. Ну ничего страшного, бывает. Давай я вот этот бой сейчас командую, пожалуйста. Ты команду, пожалуйста, я же чё, я же не против. Ты будешь слушать. Ну, я постараюсь, но... Стараюсь, ладно. Ребята, эмки нужны, ребят. И связь. Первый по очереди шутим. Подождите, ребята, подождите. Первый по очереди шутим. МК, Кром. МК. Подождите, блядь. Первый, Юля, посмотри первого. Блядь, Юля, я тебе говорил, первого посмотри, а не второго или Ну, там третьего. это первый. У меня это Первый первый, был, чё блядь, тебе их надо? зеро. А там-то что стоит? 8556. Коля, Коль, я тебе сейчас, вот, блядь, надо в следующий раз Короче, вот фоткать. сама давай добирай и все. М-ка, Кром. Ну и твой Экзера тоже подходит, и этот подходит. Чё Потому что ты? он у тебя в друзьях, эй. И чё, он все равно подходит. Сам посмотри. Куль ты ленишься? Я не за это тебе говорю, я тебе просто за это говорю, что я людям сказал, подождите по очереди смотрите. Ну, он у меня первый в очереди был. Чё ты тупишь? Юлька, Юль. Я тебе сказал, он у меня первый был в очереди. У тебя так, я тебе говорил в общей, блядь. Ну? Ну, яйца гнула. Ой, Давай, блядь, Гера. че... Пиздец. Ты не выспался, что ли, блядь? Не, я переспал. Ну просто вместе играйте, никуда не делитесь, не верьте. Никуда. Просто вместе заехали, а вам забрали. Все. Они же так рассчитывают, что, блядь, КВ-2 пока доедет, блядь, вот эту вся хуйня. Эмки, эмки, бьем. Да, вот эти три эмки, сука, на них вкатывают. Берите, старайтесь. Просто по фокусу, ребята. 97 хп отберите. Ну что так? По сути, на вас, ребята. Близко не стоит. Пускай лупит сверху. Пускай лупит, добирайте. Сделать. Я так поняла, арта что ли на нас прошла? Юлька, вот этих эмок добирайте, арта. Как это А, блять, вовчак. Ну, блять, ребята, работайте по фокусу, ебаный в рот. Ты что, первый раз в рандоме, ребята, в укрепе или шо? Меня в спину бьет, собственно, блядь. Я бросил расходку, все. Вот, молодец. Я сейчас принимаю. Тайпик оставь, я оставлю свадьбу. Прыгайте сюда вперед, вперед езжайте, что тайпик пикнет. Блять, я хуею, нахуй, честные слова. Стой, 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 стой. Ина, не езжай на него. Ина, я когда Ина. Да на его фугасом убьет. Блять, Ина, если я промажу, он заберет тебя, он заберет и меня. Ну пожалуйста. Дарите там фугасик такой золотой, чтобы ты его сделала, пожалуйста. У них хела нормально, у них хела под 1300. Че я бы ее укладку схомал? Просто поживи там. Дай им подъехать. Не, на заживи, пожалуйста. Ну я по-любому смазываю. Я 4 хп осталось, пока опять. Успел последний удар. 4 хп, бля. Догадай туда. Да едь, едь. Это бред, просто бред. Блять, сука. Ладно, хорошо. А, вот и все. Твою налево. Поток будет снимать аккуратно. Блядь, чисто, чисто повезло. Когда я вас прошу, ребят, зачем вы едете вперед? Вы скажите мне. Вот, Ина, это я тебя спрашиваю. Ой, блин. Красотка, Ин.
Коль, может на базу вернуться? Хуй с ними, пусть ничья будет. Бля, не слабый. Блин, сколько у них железа, блядь. Ух ты, а как я сквозь этот просветил? Сквозь здание тога, прикольно. Че за хуйня? А, тут щель в здании, точно. И... Прикольно. Ребята, хотя бы одна МК, можете возвращаться, блядь, туда-обратно. Ну, просто хотя бы одна МК останьтесь. Мне здесь для засвета, потому что я не уйду. У меня 148 хп, я и так сейчас свет. Ну, хочешь, я останусь. Просто, блядь, надо на... Где этот пидорас 12 тонн? Да. Его если бы забрали, все, им пиздец. Ну вы там все прошорхали, Коль. Есть пробитие. А здесь наверху его нет, он где-то возле баз. Я ж говорила. Ну вот 150 ты меня, блядь, забрал. Вот, блядь, смотри, вот куда он прострелил. Ему похуй. Нахер. Короче, это все, ребята, в пизду, надо на базу уходить. 1, 2, 3, 4, 5, нахуй, все нахуй на базу обратно. Обратно, вот туда все встали, блядь, прием. Пошли они в пизду. Какие умные. Броня не пробита. Похуй, ребята, я понимаю, сейчас дамаг набьете. Все обратно, ребят. Вот это МК, вот эти тоже, блядь, идите обратно на базу. Вот сюда остановитесь. Вот эти ВКшка и МК вот здесь становитесь. Вот эти, вот эти, вот эти все вот здесь. Так, чтобы вы видели их сюда. Если они здесь, как? Ебать ему везет. Сейчас молоток не получается. Блять, они... Я вижу. Ай, меня ток не отпустит уже. Я все. Он не пробьет тебе каждый раз. Поставь на ушлю его. Пробитие подтверждаю. Я тебе тоже с ним податься. Подтверждаю пробитие. Ну когда еще такой же. Бля, за демку. Можете спасар портить за демочку? Есть пробитие. Помогай тебе, что не видишь. Блять. Он мне что-то повыбивал, короче, давай. Заряжающего, короче, читак какой-то. Не жестко вообще. Короче, дашь назад, там другой топ стоит. Да. Объект есть. Цель понятна. Цель изменить. Да, сука, так. А, все. Бандит, сука, метки, бля. Да, сука. Бля, вот сюда в угол. Уже вот сюда в угол. Я и поняла. Вот так поехал. Короче, мне все одно. Мне все равно, что ты там хочешь сделать, мне похуй. Ты главное вот сюда должна вот здесь в угол забиться. Вот здесь. Да, ты думал. Налево. Они успеют, они все равно встанут на базу. Юля, налево, налево, налево. Ну, блядь. Угорок будет. Стой. Брат. За домик уходишь. Отсюда играйте. ВКшка и вот это. Отсюда играйте. Окей. Вот эти две эмки, вот эти две эмки. Тоже аккуратно играйте. Никуда не упаривайтесь. Я засветилась. ВК? Да. Знаешь, по-моему, я... Сейчас арта пойдет. Вот так сейчас идет. Светишься, да? Короче, рассадка готова, ребят. Арта прошла. У них мин. Сзади, да, сзади, да, МК. Да-да. Пизда. Меня с горы убили. Так, все, спасибо за игру. Я спать. Всем пока. Спасибо тебе тоже. Давай. Движение невозможно. Выпусти его, Зера. Кромбеля, ко мне. Стой, на катке, на катке, на катке. Молоток, молоток, помоги мне, пожалуйста. Я уже умер. Еду. Рикошет. На катке. Рикошет. Можно ехать. Сука.
добри. Блять. Ща. С этим покончим. Извини. Сука добрала мне. Вот там, вот эти соберите все, вот там задавите просто. Задавите ее надо. Кису потеют, блядь. Все вместе остатки вот эти типов. Просто задавите. Там на горе тайп, который он тоже шотный остался. Юля, выталкивай. Да. Пробитие. 170 кп, ребят, добирайте, пожалуйста. Все, теперь вот этого типа надо давить. Да твою мать. Такой. Юль, ты все нормально сделал. Все, молодцы, ребята, самые лучшие. Тут? Да, ну нет. Че, набираешь? Переписывался. Да, набираю. ХТ есть. Кто? ХТ. Да, имеется такое. Скажешь-то. Плохо слышно? Раз-два, плохо слышно, говорю. У тебя что-то, это понял, мутно, как будто микрофон где-то под подушкой, там где-то ванная, я не знаю, что такое. Блядь, купил новые наушники, сейчас настраиваю. Ну пока слышно, бою не слышно. Да, ну тихо. Да, ну репит. Сейчас понятно, репит. Пока тишина, а в бою там давно не так будет. Репит, что-то репит на заднем фоне. Репит? Да. А так, раз-два. Ну, так громче, но, ну, понял, на уши начинает давить, он, ну, понял, как будто электричество, понял, такое. Чтоб я купил дорогие наушники, не может быть, блин, мне пообещали, что будет все хорошо. Они пиздят. Здрасте. И тебе не хворать. Забору покрасьте, да? Ребят, что там, какая техника нужна? Ты командир там неадекватный, лишь? Чё ты такой злой? Скажи, пожалуйста. Его позвать. Техника, я говорю, нужна какая? Я у тебя спрашиваю, почему ты такой злой? Ну, потому что вот три раза попадал на каких-то дебилов, смотрю, у вас тут тоже что-то не собрано, думал, вы такие же. Да, возможно, да, я ошибаюсь, же. Поэтому мы, я извиняюсь. Мы такие же, да. Да, мы такие же, удачи тебе. Давай, удачи. Такие же, либо нормальные? Ты не ответил. Такие же. Устроит? Не, нихера, пойду дальше, Уля. Давай, удачи. Что-то потерялся наш кэп. Короче, блядь. Извини, сварка. Ну лучше покажи. Понял тебя. Вот здесь встали все. Все встали здесь. Встали, не ерим. Еблик, досвети сюда. Командир, ты командуешь или ты пиздишь? Непонятно будет, что ты орешь. Да, блядь, непонятно, что нам делать. А им? Али здесь. ЦСКА, досвети здесь. Что непонятно, я не понял. Да не в дефе всем. Чего, блин? Все в дефе стали. Вот здесь, снизу. Пропустите. Послушайте, ребят, пропустите пару СТшек вот так по краю. Без засвета пройдут, нет? Да, я пройду без засвета. Поехали. Ты думаешь, они такие там тупые, блядь, что, блядь, пойдут без засвета? Ну и? Смотри. Кто сказал? Да я Гримасов говорю, то, что, блядь, ребята, нужно думать. Ну я без засвета проскочил, все нормально. Гринмастер, ну и что дальше? Ну? Так и хотя бы надо идти два человека по одной стороне, а всей толпой по другой стороне. Ну никак не рассасываться, блядь. Ты пьяный или нет? Или признайся. Я выпил, но не в этом дело, нахуй, ребята.
дать и дай Ебрику. Можно? Ты слышишь, нет? Слышу, слышу. Не лезь, братик. Неким прикрыть. Да, понял я. Ребята, если мы не собрались, так давайте соберемся. Яма, где Ебрик, можно пару танков. Ребят, послушайте, дайте мне один танк вот сюда. Для контроля, вот этой линии. Давайте все хотя бы соберемся вместе, обратно. И потом подумаем, у нас есть время. А коту поедет, все нормально. Расстреляют, ребята, расстреляют. Мастер, есть командир, пожалуйста, не флуди, но... Расстреляют, ребята. Леха, не лезь. Просто аккуратненько вот здесь вот крутись и все. Вот эти пацаны встали вот здесь. Кидают вот сюда. Вот за светом, пожалуйста. СТшки встали вот здесь, кидают туда. Можно кидать без засвета вот это вот? Нет, гарант не дает. Я понял. Да нет, конечно, не будет. Всем надо возвращаться назад. Всем, да. Ребята, возвращаться назад. Вот эти две СТшки сюда поехали. Да, блять, послушайте, ребята, что выиграть, надо вернуться назад. Да, бля, не кипиши, будет все хорошо. Лёха, не лезь. Тебя сейчас просто целят, не лезь, Лёх. Да вы вернитесь, ребят, назад, пожалуйста, вернитесь назад. Опа, тут что-то движение какое-то, подожди, он один. Они рашат это, воду рашат. Поехали вот сюда все. Да мы не сможем собраться, мы рассосали все карты. СТшки уедут. Мне возвращаться ли на мосту станции? Там только три танка, да, три. Ёбрик, три танка. Сколько здесь танков едет? Можно посвятить? Четыре. На мост, СТшки на мост. Все СТшки на мост. Чтобы в жопу зайти на всех случаях. Тяжик здесь, стой. Тяжик не едет. 277 не едет. Встанем здесь, в углу. Не-не, они все тут, товарищи, послушайте, ребят. Вот сюда здесь встали. СТшки, возвращаемся, СТшки, я сказал. Да, ну, ребята. СТшки на мост. На кой нахуй мост, блять, они на базе у нас всех, закрой, пожалуйста. Да похуй на мост, блять, похуй на базу, на мост, мы в жопу зайдем к всем. Эти СТшки сюда возвращаются. Как снимать? Ну, принимайте. Фокус, 9-7, 0, но! Сзади. 0, фокус, 200, 0, 200, 200 в 0. В 0, 200, 200, в 0, дальше, 1000, 1000 в 0, 1000 в 0. Я минус БК. 1000 в 0, но! Люку скинул, в 0. Вот это пизделка, блядь. Ребят, СТшки вот эти, убиваем вот это. Ах ты, сука, я сразу не БК выбил, блядь. Блять, я утонул, сука. Вам надо быстрее базу перепушить, у них минус 5 танков, блять, минус 5 танков. Давайте нам по линии пушат танки, чтобы быстрее забрать всех. 27. Вы должны переиграть. Только не стойте, вкатывайте. ТТ, вкатывайте, он 700. Пускайтесь, убивайте все вот это вот. Минус танки, убивайте. Фокус дайте. Влево, 140, 300, ну. Хари, хуя. Шотный, братан. Развернулись. Тихо. Убейте 277, если можно, убейте. Хорошо. Смотрите, как делаем. Ебрика пускайте вот так, на базу. Ебрика на базу. Остальные встречаем вот это. Быстрее это делаем, ребят. Кэп, то все супер. Да не бойте фуло, то вкатите, просто разъебите по Ебрик, фокусу. Лёха, ну, езжай на базу, сюда. Послушай меня, пожалуйста. Не, вы сейчас проиграете, парни. Вкатывайте через фуловых. Темплиер, назад, темплиер туда езжай, за них. 300 убейте, 360. Отлично. Бандюга хорош, лучший. 900, 87. Фокус, 900, 600, 400, 300, горит, отлично, дальше.
Гринмастер, да, у нас командовал тут боем? Ребята, Бог сейчас вернется, у него вылетело. Но, смотрите, парни, вопрос по существу. Мне кажется, немножко это как бы, ну, сеять смуту. Нет? Ребята, давайте... Нет, лишний пуш. Подожди. Не, ну просто командир командует, немножко тактику распределяет, скажем так, да? А ты начинаешь, давай, возвращай, давай сюда, давай туда. Ну это зачем это делать? Ну это мое мнение. Подожди, это твое мнение, я не спорю. Я тебе сказал, что они пойдут с другой стороны. Как они пошли, так оно и есть. Ребята, я ничего не говорю. Мы же встретили, я же дал команду. Ну. Ты можешь высказать свое мнение после боя. Слушай, нахуй ты мне воевать тогда, если мне командиры будут говорить, трусы иди на голову. Нахуй ты мне такой командир нужен? Я готов, ну, командир уйти, готов. Слушай, замени его, а. Он нам весь мозг выебет. Чё ты, блядь, несёшь, блядь, сука? Да пусть будет клоун, может, нормально, да? Блять, ребята, вы что говорите-то? Все на гору, все, блять, вот сюда. Я вообще. Я не спрашивали, нахуй. Командир сказал. Ну, походу засланный, мне кажется, короче. Слушай, командир. Тэшки все. Заселили вот этого центра. Да на гору, ебаный в рот, блять, все нахуй. Ну да, я тоже так вот на гору. Какого хуя? Вы ребята, сколько лет вы играете в игру-то, блядь? То, что гору надо забирать по-любому нахуй эту. Я молчу, я тебе просто говорю. А чё там на горе, секрет какой-то или чё? Ребят, я сказал, две СТшки здесь. Ну спустись крайней сюда, ну пожалуйста, встань здесь. Командир, давай это. Тарель, справа, тарель. Я слева. СТшки давайте справа. Пофлудим немножко. Что? Смотрите, парни, что делаем. Послушайте меня внимательно. Да нет, центра. Конечно, он умрет. ЕБР. Центр, не спи. Поехали вот так. Хорош, красавцы, ну, вообще. Вот это вся молодцы. Банда, вот это вся банда. Поехали вот так. Бля. Вот эта банда, поехали вот так, по низу. То сори, стоит. 140, ждем их. Сейчас сука. Они поедут, а как он меня чё трупом засветил, блядь? Чё за хуйня, блядь? Чё за пиздец? Сказали, валим снизу. Валим снизу. А, что снизу пошло? Валите, я 140-му орудили. Чё за хуйня была только что? Ну, дебил, блядь. Ну, как ему сказать, Кэп, я не знаю. Так вы сами дебилы. Давайте посмотрим, что вы сыграете. По центру, нахуй, никто не едет, это воротовник по центру едете, блядь. Стоим, назад. А, вот эта банда пошла по зелени. Вот эти пацаны с центра перевариваются направо, быстрее, направо. Бля, Кэп, дай я покомандую. СТшки, все возвращайтесь. СТшки, все на гору, полностью. Нахуй на банду! Все на гору защититесь! Тяжки, подкройтесь под горой и все! СТшки сверху вас прикроют! Нахуй ты лезешь, блядь! Ты 95! Парни по зеленке, продвигайтесь нахуй, они все здесь! Зеленку остался, ну! Зеленку, ну, остался! Да они же не понимают, им надо только говорить какую-то корову. Му! Пиздец, блядь. Ах, вы свалились! Ёб твою мать! Были бы вы все на горе, блядь, СТшки! Я вам, ребята, и говорю, что, блядь, не надо лезть на ржон, блядь. Один командир будет, а не три или четыре штуки за раз. Да, мут кинь, просто мут кинь вот этому 140 и все будет нормально. Да, я понял. Да, и все. Давайте не будем ругаться. Я сказал, с ним есть. Весело, но он с Хай сам с собой разговаривает и нормально.
будет. Бля, это веселый ушел, конечно. Просто мод бы ему кинули, он, ну, он веселый, он просто веселый. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Я смотрю, статисты серьезные, поэтому я тоже так же, извините. Да ладно, мы тут все. Возьмете? На Е5 кустах возьмете. Накидываем дамаг. Ну тогда бери статист. На Е5. 277 есть? Я тебя умоляю, вот взял все испоганил, нафиг тебе это 277. Е5 рулит, чувак. Есть чистое резюме. Не бухаю, братан. Не пью, адекватный, хорошо стреляю, баракуда, только вперед. Подожди. Что, барракуда решает? Так я с ним могу поговорить. Барракуда, здравствуй. Опа. А, конечно. И плюс игра с сильными игроками тоже плюс пойдет. Не ведитесь а в наше на время него. Надо... честное слово, не ведитесь на него. А чё это не видишь? Он от ВГ, он от ВГ. Он, блядь, пасёт всех и начинает банить. Бля, ну Денчик, ну ты вообще просто лыком не вяжешь уже, братан. Тебе, наверное, ну, спать пора, нет? Денчик, без обид, без обид, Денчик. Ну, наверное, уже все, хорош. Заметь, Денчик. Ты сам себя поставил, Денчик. Это не я. Так, ребят, ребят, мне нужен 140 хороших, качественных, как бы, на разговоре, на речи. Не, давай этот разный, давай вместе поиграем. Да, подожди, подожди. Денчик, всё, Денчик, Денчик, спать, давайте, ребят, вы там идите во взводе, блядь, поиграйте. Остальные тяжики здесь. Здесь, здесь, здесь. Зацелили центр. Убили, 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 ну. Ну, убивайте, ребят, ну, зачем я вас там оставил? Заебись, у нас 430 у, блять, в центре, хуй пойми. Ты же сам сказал, СТ-шком, да? У нас СТ-шки здесь, какого хуя? Не, ну это уже хаос, ребят, это хаос. Я сказал! ЛТ-шка здесь, ЛТ-шка здесь, СТ-шки все здесь, чиф здесь. Не мурчи уже. Не, у меня что? Просто карта заглючила, ты когда тыкал, а потом начал показывать их. Да, да, что-то делают уже, алло. А, алло, ребят. СТ-шки, поехали вот так. Прям все вот так, на пол. Вот сюда. Занимаем вот эту позицию. Тяжики, тяжики. Смещаются вот сюда. Вот сюда. Занимают вот это место. Один ебер, шотный, встал на базе где-нибудь, в кусты, и стоит, ждет. Можно сделать это, Зерекс? Ребят, блядь, еду, слушайте, еду, пожалуйста, еду, ну. Танч, еду, еду, еду. Ебер, дохуя поехал. Вот сюда встань, ебер. Ну, занимайте вот это все, убейте, пожалуйста, СТ-шками, блядь. Вот тут банда, блядь, целая, ребят, ну. Какую-то хуйню спрашивать. Да, я там ничего не... Кэп, я там сям и ничего не пересвечу. Мне туда стать, что ли? Вы можете СТ-шками убить вот это все? Да, если СТ-шки только будут вкатывать. Ну и... А там вся команда, походу. Подождите, ТТ-шек. Че, блядь? Смотрите, у них только все три танка. Все команды сейчас, да, обоссут нас. Да. А, поехали вот эти вот все. Сюда. СТ-шки назад. Ебрик, поехал так. Я, который? Фуловый, шотный, я. Я прям шотный просто. Вот этот ебрик, я показал. А. А забираем центр. Здесь тяжики встали, прикрывают СТ-шек. Мы сейчас центр заберем. Где ты в очко, слышишь? Ебрика можно убить, нет? Ебрик, если мне поможет, просто мой стойте, ебрик второй. Ребят, просто стойте, встречайте. Братишка, ебрик, ты там не нужен. Пошли, поможешь Сибрали, мы зайдем в жопу им. Заберем базу. Погнали. А, я прилип. Ебрик, нахуй ты меня помнишь?
врубаешься, блядь. Урус. Барачуга. Поехали вот так вот, пацаны. Все понял. Еврика убили и поехали. Еврика, отбейте, ну! Отлично, хорошо. Второго. В ноль. Ну. Ребят, здесь просто стоим, встречаем. Эта банда едет вот так. Вот какого хрена? Еврика, убейте. Сто. Ну. Хорошо. Еврик, живи. Фуловый еврик, просто заживи. Чиф, ты мне объясни. Вот какого хрена ты вот здесь стоишь, как будто как баба, блядь. Когда вот тут все вкатывают. Ну, командира, слышишь, что тут? Да, не, не, ты не подумай, там что-то нагружают тебя. Я тебе просто говорю, ну вот зачем ты тут стоишь? Ну толку от тебя. Потому что, друг, помолчи, потому что ему командир... Стали захват, сюда, захват, стали! Двадцать первый. Смотри, братан, мы сюда вкатили. Все, нам чего не хватило? Брони не хватило. А броня наша... Мне четыре убили. Не флуди, блядь, хули ты флудишь? Мне четыре убили в центре. Чиф, убил я четыре. Хорошо стоит, Чиф. Хорошо стоишь, брат. Да нет. Есть кто? Потихо разбирай. Не флуди, братан. Кто флудит, блядь? Кто сказал? Вот кто сейчас говорил, ребят? До 40-го. Вот кто говорил там, интересно? Тут? Зачем ты флудишь во время боя? Не флуди, пожалуйста. Ребята воюют. Аккуратненько все. Вот это 907. Хорошая позиция. Чиф, хорошая позиция. Коня не подпусти, пожалуйста. Аккуратненько. Разбираем все. Нормально все. Командир дал команду. Все нормально. Сотку убили. Убили сотку. Не дали я подъехать. 4 секунды. 4 секунды. Сотку. Ну, ребят, сотку. Отлично, хорошо. Плохо, долго, поздно. Аккуратненько. Не упарываемся. Все заебись. ЕБРчик. Вот так, прокати. Вот так. Все, отлично. Убили фугасом. Все, заебись. ЕБРчик, подожмись вот сюда. Вот сюда, подожмись, ЕБРчик, вот сюда. Да все, уже все. Чиф решает. Слева, поверни пушку. Чиф, слева. Поздно. Хорошо. Нахуя вы флудите, ребят? Вот вы мне скажите, вот нахера вы пьяные или что? Зачем вы, блядь, в команду льете вот эту вот информацию? Не, ребят, если я флужу, то и сорян, там я по факту могу только флудить, и сорян. Там... Не, парни, без обид, говорит командир. Ну, как бы, если кто-то, блядь, говорит всякую хуйню во время, блядь, того, что мы проигрываем, то это плохо. Потому что человек не понимает, блядь, того, что команда должна, блядь, ну, блядь, без слов. Ну, это эмоции, ребят, это эмоции, просто эмоции. Давайте ставим готов, поехали дальше. Кто там флудил, я пытался сказать человеку, что, блядь, командир сказал, поставил туда чиф. Значит, он там да мне кажется, у него просто чифа нет, он завидует чифу. Тот, не, давай. Ну да, это не ты. У меня тоже чифа нет. Это же ему сказал, есть кэп, он как бы дает. Тоже чифа нет.